прогибается, да. Когда ты встаешь, он прогибается немножко, но он не треснет. Хватит яблоки воровать. Нужно где-то в тенечке покататься. Минус только в том, что они тяжелые, да? Будет смешно, если мы сейчас не найдем парковку и поедем домой обратно. Теперь эти пениборды Максу и Каролину, девчонки, отдали. Всем подъем, девочки. Подъем. Доброе утро. Лонгборды приехали. У-у. Да. Я тебе не верю. Да. Вон они в коридоре стоят. У-у-у. Правда тебе говорю? Ксюша, лонгборды приехали. У-у-у. Чё? У-у-у. Приехали, говорю, иди посмотри. Давайте уже подъем, встаем. Иди посмотри, вот не верит мне. Я говорю, приехали лонгборды. Почему приходили? Ну, потому что там два вместе. Давай на диван. Дай косточку. Иди лови. А вы не слышали, что ли, утром? Знаешь, во сколько? В 8 часов где-то позвонила пост. Я знаю. Я слышала. Я совсем не слышала. Где-то 8 часов. Я так и поняла, что это посылка, потому что я больше ничего не покупала, ничего нигде не заказывала. О, смотрите, чей, как вы думаете, чей это? Розовый. Давай, давай. Он с лапками, смотрите. Тяжелый. Он с лапками. Чего не смотри? Смотрите, какой он прозрачный. А это Ксюнечка зелененький. Ой, очень тяжелая. Смотри, они к Мире Кумусти. Ну, все с ротом. Das ist, glaube ich, mit dem Laser gemacht. Кейс у вас ярко? А мои? Тоже. Должно сильно крутиться. Да. Ты ровно как бог масло форсит. Не сильно они вам большие. Может, надо было маленькие купить, как пениборды? Нет. Они должны такими быть. Они тяжелые. Ага, тяжелые. Девочки еще не проснулись, они не соображают, что им приехало. Вот такой вот лонгборд у Ксюши. И розовый с лапками у Маргариты. Они полностью прозрачные. Давайте, вставайте. И колесики тоже светятся у них. Давай. Они очень тяжелые, я не знаю, как вы будете их таскать. Бонни, смотри, твои лапки на этом. Ты слышишь, как шумят колесики? Как так вот, так вот шумят. Он гнется, да, когда ты встаешь, он прогибается немножко, но он не треснет. Нет, он не треснет, если... Выдерживает до 150 килограмм или до 130, что-то такое. Колесики светятся. Нужно вечером попробовать, вечером красиво. Что получилось? У нас одно колесико не светится, и, по-моему, там оно разболтано немножко, не до конца закручено. Папа сейчас попробует закрутить. Все, папа отремонтировал. Оно просто было не затянуто. Я уже думала, все бракованное. Жалко было бы. Угу. Да. Пойдемте погуляем, покатаемся, попробуем. Куда мы пойдем? Вон туда? Где всегда? В лесок? Купаться не будете сегодня? Ой, кораблик плавает. Сегодня очень жарко. Бонька у нас обписала ковер. Так что будем сейчас стирать. Когда дверь закрыта, в общем, она бежит в комнату к Максу и Каролине.
и писает на коврик, потому что кто-то ее не выпускает на улицу. Дверь нужно держать открытой все время. Она же тебе не может подбежать и сказать: знаешь, Маргарита, я писать хочу, отпусти меня. Нужно научить, чтобы она просилась. Просилась. Научи? Как? Не знаю, как научить, чтобы она просилась. Ага. Так, все, обуваемся. Ты вся зеленая пойдешь? Зеленые эти? Ванцы? Понятно. Давай, обувайся, пошли. Я пробую, тестирую. Нормально? Да, ну звучит. Что-то звучит, да? У тебя тоже? Что-то здесь звучит. Почему-то. Какая-то железячка. У тебя, да, у меня нет. Нет? Это у меня звучит что-то камера. Ну-ка, давай твой попробую. Что-то, по-моему, там колеса сильно затянуты. Нет, нормально. Нормально? Поехали туда. Теперь это Каролинин пенниборд, да? Да. Нужно где-то в тенечке покататься. На полу, наверное, можно? Возьми какое-нибудь там красненькое. Папа сказал, что можно. Маргарита яблоки ворует. Ой, какие яблочки. Можно мне? Да, только нужно вытереть хотя бы. Хватит яблоки воровать. На, кушай. Красненькие ищи, я не хочу. Нет, рвать не надо, Каролина. Минус только в том, что они тяжелые, да, и их тяжело нести, да, если вот поднимаешься в горку, они тяжелые. А ты уже грязный. Уже грязный, да, конечно. А так, вот сейчас там на спуск пойдете. Нормально он разгоняется? Угу. Кузнечик поехал. Чу-чу! Уехала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там камней много. Сильно большая скорость. Боишься? А на пенниборде не боялась. Мы вернулись домой. Потому что очень жарко на улице. Невозможно жарко. Снимали немножко в лайки. Покатались, и плюс дорога очень плохая. Нужно ехать куда-то в центр, там кататься. Где-нибудь по набережной. Да, привет. Иди гуляй. Может, ты разуешься? Разувайся. Я сейчас пойду купаться. Протирают девчонки после прогулки сразу. От чего это? Грязя, грязюка. А что она не оттирается? Бонни, что ты в камеру полетишь? Привет, привет. Привет, привет. Привет, привет. Да, она высохла. Нас комары покусали. Вот сейчас мы пошли, немножко возле леса погуляли. Меня укусил комар за ногу. Бонни, все, Бонни, 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 гулять. Гулять, быстро, гулять. Гулять. Девчонки будут купаться. Водичка. Ой, какая хорошая водичка. Не брызгай, я с камерой. Теплая вода. Да. Это вообще как рыба, русалка. Она с воды вообще не вылазит. Я говорю, с воды ты вообще не вылазишь. Как зайдет, так, даже когда мы на море ездим,
Она с моря не выходит. На, Буня. Опа. Давай, где мышка? Где мышка? Ну-ка. Мышка. Где мышка, Буня? Где мышка? Смотри. Где? У меня готовится ужин. Я пожарила грудку, индюшки, овощи и картошка. Да. Так, где можно? Дети еще купаются. Горячая. Овощи сейчас пожарю там. Салатик. Так, мы будем ужинать. Папа наш уехал в магазин. Сейчас пока приедет, все остынет. Да? Маргош, вилочки. Смотри, тут мерч. Угу. Пить? Нет, не будем пить. У нас тут салатик. Картошечка жареная. Овощи жареные и грудка. И кушаем. Сейчас покушаем, потом гулять пойдем опять. Жара уже спала. Не так жарко. Каролин, ты весь свой зоопарк берешь с собой? Мы поехали в город. Покатаемся немножко на лонгбордах. А то у нас дорога плохая, а там в центре ровненько, без камушков. Что? Лошадка? Ага. Вот. Каролина со всем своим семейством, как всегда. Сегодня вообще нет парковки. Нет парковки. Закончится эта песня. Ша-ля-ля-ля. И где мы встанем? Нет места для нас. Здесь? Вот тут. А нет, это для Эми. Папа решил заправиться. В общем, так мы не нашли парковку. Мы сейчас заедем с другой стороны. Ну, что делаешь? I'm on top of the world. Ты ей прическу поправляешь? Та-дам! Ничего не видно. Что папа тут взял? Комет. Так. Это какой-то, это лед. Папе. Оно слишком большое, Каролин. Кинг-Конг. Большой рожок. Все, у всех есть мороженое? Ага. У Макса тоже? Да. Окей. Сейчас папа там проверит у нас машину. Будет смешно, если мы сейчас не найдем парковку и поедем домой обратно. Прокатнулись, называется, да? Зато мороженое поели. Мы нашли парковку, нам повезло. Последняя, которая была. Так, доедаем мороженое и идем. Окей? На. Это моё. На, говорит, это моё. Давай, Каролина, катайся. Теперь эти пенниборды Максу и Каролину, девчонки, отдали. Как раз розовые и черные, да? Да. Ага. Знаешь, что я хочу? Пусть учатся кататься. Да. Вот так надо отталкиваться. Спрыгивает с этого, со скейтборда, и опять на него прыгает на ходу. Чего? Покажи еще раз. Сейчас хорошо, народу нет, поздно уже. Можно спокойно кататься. Сейчас она разгонится, вот так вот, раз, и все. Еще раз. Мы придумали, где кататься можно. Чего? На парковке! Мама, смотри.
кататься. Тут дорожка классная, ровненькая. Да, и пусти. Угу. Ой, осторожно, а то еще откроется. Не надо на люк. Я боюсь, когда на люк наступают. Я тоже катаюсь. Ладно, все, пойдем. Колеса? Колеса тоже протерла? Да. Не все еще. Девчонки сразу протирают. Все скейтборд. Мама! Тут мы стоим, думаем, куда мы золотую кнопку повесим. Нужно, наверное, три вот эту сюда спустить, и наверх одну большую. А потом, если на влоговый канал еще золотая придет, то... Но там у нас сейчас сколько? Почти 600 тысяч. Да. Приближаемся. Ой, еще 40. Нет, 400. 400 почти, чуть больше. 440 тысяч еще. Чуть меньше половины. Макс, давай, иди, заходи в комнату. Все, давайте спать. Пойдем. Пойдем, она сейчас будет гавкать. Давай, иди. Бонни, фу, нельзя. Нельзя. Снимай и закрывай дверь. Оно и так с этим закрывает. Не надо. Все, пока. Ксюша спит уже. Ксюша засыпает с музыкой. Ксюша с музыкой засыпает. Смотрите, с какой. Ладно, все, всем пока. Спокойной ночи. Спит уж. Она включает себе музыку и слушает. Спокойно.